Конвейеры Волгодонского маслозавода работают без остановок. Прежние производственные объемы полностью восстановлены. В сутки предприятие вырабатывает 150 тонн масла. Как в лучшие годы, рассказывает Анвер Мамедов. Сегодня генеральный директор завода с кавказским гостеприимством встречает гостей, представителей Московского банка образования. Именно сотрудничество с этим кредитно-финансовым учреждением позволило вернуть предприятию его честное имя. Вопрос решался нелегко. Зная всю эту историю, долго приходилось доказывать в Москве, что этому заводу можно поверить. Когда мы сюда пришли, стоял практически готовый к работе завод. Было оборудование, тара, упаковка. Нужны были деньги на оборотку. Я могу сказать, что все обязательства, которые на себя брало руководство завода, они выполняют и по ассортименту, и по объему выпуска продукции. Второе рождение Волгодонского маслозавода, его открытие состоялось в начале текущего месяца, 1 октября. Уже сегодня масло семейное развозят по всей России. Все, как и в лучшие годы предприятия, когда качественный продукт напрямую поставляли в 68 регионов страны, а бренд «Семейное» побеждал на многочисленных конкурсах. Качество продукта не изменится, обещает Анвер Мамедов. Ведь с прежним руководителем вернулись и прежние специалисты-технологи. Наряду с качеством, конкурентным преимуществом семейного станет и его цена. Сегодня опытом мы продаем уже по 47 рублей. Это через торговый дом они продают. А в магазин у нас 52 рубля на сегодня. Сейчас по всей России уже отправляем фасованное и разливное масло. Я думаю, уже и у нас на территории Волгодонского маслозавода продаем уже, у нас имеется свой магазин, так что приглашаем, пусть приезжает, в любое время покупает дешевле и качественное масло. Помимо этого, предполагается расширить продуктовую линейку. С конвейеров вскоре начнут сходить обжаренные семечки подсолнечника. А в далеко идущих планах строительство нового маслозавода. Полное обновление оборудования и увеличение объемов производства в разы. Руководитель предприятия Анвер Мамедов уверен, нынешнее положение дел позволяет рассчитывать на такие серьезные перспективы. Виталий Никулин, Иван Иванков, Новости ВТВ.